Большую часть информации из окружающего мира мы получаем через зрение. А теперь представьте, что у вас на глазах темная повязка, но вы пришли в музей посмотреть картины. Звучит как что-то нереальное. Но художественный музей воплотил эту идею в жизнь. Их проект победил в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». И теперь незрячие и слабовидящие посетители могут познакомиться с тактильными копиями живописных произведений. Это висит же на гвозде, замок. Открывается. А это что? Да это ж... Это ж лампа, что ли, тоже керосин. Сегодня это такой первый шаг. Всего лишь 4 картины в постоянной экспозиции, но это те картины, тактильные копии которых будут доступны постоянно, чтобы все категории посетителей смогли без ограничений познакомиться с изобразительным искусством, чтобы оно стало доступнее, чтобы оно стало ближе. Такой проект позволит в дальнейшем также эту работу продолжать. Она актуальна, несомненно, потому как в музее обычно трогать ничего нельзя, то теперь появляется возможность, что некоторые экспонаты действительно можно трогать руками. Для особенных посетителей выставки сотрудники музея подготовили тифлокомментарии – подробное описание всего, что изображено на каждой картине. Такие словесные пояснения нужны, чтобы незрячий человек не упустил ни одной важной детали. На голове девушки белый платок, завязанный под подбородком. Из-под платка возле лица выбиваются темные волосы. Очень хорошо выполнено, доступно для незрячих. Выполнена эта тактильная копия. Не просто нарисована, объемно выполнена. Если это одежда, значит, она видна, что одежда. Если это коромысло, ведра, они видны, что это ведра. Мы же тоже народ, как говорится, хотим что-то знать. Другого выхода нет, поэтому пусть делаются. Чем больше, тем лучше этих тактильных изображений, картин. Ведь ходить же мы без глаз можем. А почему не посмотреть? Сложно изучить картину руками, но какие-то детали уже вырисовываются. Вот я понимаю, что это голова девушки, вот ее нос, дальше тело. Я понимаю, что это руки. Достаточно необычный опыт. В Белгородской области живет больше 3000 человек с инвалидностью по зрению. И теперь они могут прикоснуться к искусству и почувствовать его. Дарья Гавронская, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.